Все, идем. Идем в фикс прайс. За покушать. Да? Вау, фокус пропал. Фокус пропал. Абракадабра. Все, пойдем. Фикс прайс уже готов к Новому году. Всякие игрушечки. Елочки. Это как гирляндочки, да? А, да, гирлянда новогодняя. Да, кружка, Ливочка. Кружка, ложка. 77 рублей стоит. Смотри. На стену. О, может моей бабушке такую штуку купить? 50 рублей. С Новым годом. С Новым годом. Есть Снегурка, а есть Дед Мороз. Ну, едет Мороз как раз. Был бы дедушка, можно было бы Снегурочку. А бабушке его Дед Мороза. Конечно. Шанты нет. Сюда берем Дед Мороза. О, смотри. Папка весика. Здесь тоже вот она. Получается, она на ленточке вешается, да? Наверное, сейчас. С Новым годом. Ничего не могу понять. А здесь что написано? Мы вон смогут. Не, ну серьезно. Да вот. Просто это с другой стороны, чтобы читать. Как с другой? Ну, в зеркало, на зеркало вешаешь это. Это зеркало смотришь, и ты в зеркало читаешь с Новым годом. Понятно. Ну, давай снова так можешь. Бабушки. Смотри. Гирляндочки. 99 рублей. На елку. А у нас уже есть елка, нам гирлянду только надо купить. У нас нет елки. Я говорю, у нас уже есть елка. А, украшение новогоднее. Весной. О, смотри. Снеговик. Это на стекло. Да, объемное. Это на елку, но на нашу елку не пойдет. У нас она слишком крутая для такой звезды. Нет. Ой, поросенок. Это что за поросенок? Хрюндель, пыхтачок. Пыхтачок. Пухтачок. А, вот такие вот здесь гирлянды есть. А это? А это тоже елка светящаяся. Это елку так ее поджигаешь и... Так, встань, пожалуйста, место. А вот таких, кстати, голубков, так, по-моему, синеньких, я бабушке дарила в том году, посылкой отправляла. Она у меня любит всякие такие штучки. Цветочки, обляпала там себе. Всю комнату лежит, счастливая. Она еще бабочек очень любит. Это что? А, шарики гирлянды? Да. Что они какие-то там обрез? Они такие должны, да? Похоже. А, они все такие. Смотри. Снег. Давай снег купим. Нет. Скоро тебе будет снег через пару дней. Ну, мне бы переобуться еще. Да. А то как-то в старую обувь ходить не очень. Это, наверное... Снежный, а, уже. Это фонарик такой туда ставишь, и светишь, короче, и он на потолке там выдает рисунок. Фонарик я специальный. Еще, где я взяла? Вон, чуть дальше. Вот смотри, елка.
Ну, почти как наша, только она это. Нет, она тут еще не доросла немножко. Смотри на клеечки, как у нас на холодильнике. На каком у нас холодильнике? Сейчас тоже на холодильнике есть. Ты что-то путаешь. У нас на другой квартире на холодильнике было. А здесь у нас кроме магнитов нет ничего. О, а что, год свиньи, что ли? Где это видел? А, хрюшки? Я не знаю. Ну, наверное, наступает год свиньи. Я просто за этим не слежу. Мне уже надоело ванильные пить. Я, наверное, возьму клубничный. Тебе не надоело шоколады пить? Мне нет. А тебе? Нет? Мне нет. Возьмешь шоколадный? Может, зеленое село попьешь? Нет. А что ты? Я уже пила, не понравилось. О, а что мы сегодня кушать будем? Смотри, в фикс-прайсе продаются вот такие шоколадки. Сколько стоит? Откуда я знаю? Надо срочно найти. А вот написано. Где? Вот ценники. А, вот шоколад Милка такой стоит 200 рублей. 200 рублей. Короче, фикс-прайс все уже далеко не все по одной цене. Икра. Так, что тебе взять кушать, а? Я вот не знаю, голову. Сейчас надо подумать, что купить. Всем привет! Мы были сегодня в Фикс Прайсе. Вы были с нами. Надеюсь, были с нами. Пошел, тебе что, сиська болит? Да, сиська болит. Что ты трешь? Она болит! Рушан! Меня Нэнси просто укусила. Что ты обманываешь? Честно, забросилась. Так вот, Рушан решил попробовать икры и корочки. Да, я просто икру никогда не ел. Серьезно? Серьезно? Нет, ел, ну, это кабачковую там. Ну, серьезно. Баклажановую. Обманываешь или честно? Скажи мне. Нет. А, ел. Я ее, честно, не ела. Но черную икру я не ел никогда. А я никакую не ела. Была возможность, и была возможность хорошую, я не знаю, настоящую, не настоящую икру поесть. Но она мне почему-то на вид не нравится, и я ее не решалась попробовать. Но это не настоящая. Ну это понятное дело. Это из морских подростков. Сколько она стоит? 25 рублей в фикс-прайсе стоит. Вот, и Рушан сказал, что он съест ее. В Астрахани, я не знаю, кто знает, сколько стоит в Астрахани вот такая баночка черной икры осетрины? Наверное, рублей 600-700. Хорошо, как она открывается? Она знаешь, чем открывается? Открывашкой. Где наша хохлома? Так. А, это не хохлома. Ну, давай. А хлеб? А что, может, без хлеба? Ну, ладно. А что хочешь? Не, подожди. Давайте мы ему дадим... С хлебом. Да, мы ему хлебушка дадим. Давай ты пока открывай икру, я буду тебе хлебушек готовить. Сейчас смотрю, тебе а ты будешь пробовать? Сделать. Нет, я же говорю, она мне нравится на вид. Еще мне говорили, что она так щелкает. Тык-тык, да? Она лопается, да. Пахнет так икра. Ну, понятно. Да. Так, а куда я ложку делаю на место? Так, держи хлебушек. Так. Ты вот. Что сразу двумя руками? Она у тебя и так большая. Давай одну. Палец согни. Эту опусти рукой. Блин, ну может мне ты мне этот? Так. Красная всегда дешевле. Да? Да. Она такая яркая, она красивая. Да, на арбизы похожа. Блин, а если Нэнси... Нэнси, сюда не заходи. У нас просто на кухне. Да у нас не только на кухне, у нас везде. Так, Нэнси, ты... здесь, кстати, Рушан. Все, хватит. Вдруг мне не понравится, ты мне наложил, как будто мне уже нравится. Стой, Нэнси, подожди. Да не ешь. Нет, Рушан, боюсь. Стой, не ешь. Сейчас, подожди. Нэнси, нельзя. Я арбизы не ел, но она лопается как арбиза. Подожди, Рушан, она сейчас побежит. Кушаем? Начинай. Только, пожалуйста, не мусы. Ну как? Вкусно? Че, не прожевывается, что ли? Да, он во рту лопается. Ну, говорю, арбизы. Я говорю, надо пробовать без хлеба. Да. Че, да, давай, ложу сюда вот хлеб. Пробуй так. Как царь, понимаешь? По-царски. Что-то напоминает на икру. Ты что делаешь, Рушан? Ты зачем ее выбрал? Даже невкусно. Это тебе не мусорка же. Она смоется.
Нет. Не рекомендую. Так. На, еще одну. Да, я ее размешаю. А можно мне чего-нибудь запить? Хотя нет. Сейчас сравню. Блин, она такая интересная, да? А это, скорее всего, то же самое, просто сюда добавили красители и все. Угу. Да. Ну как? Да то же самое. Я просто не пробовал черную икру, я не знаю. Вот так вот выглядит игра. Наверное, много кто уже пробовал ее. Да. С фикс прайса. Я не советую. Я не знаю, для любителей икры, может быть, кому-то и понравится. Но мне не очень. Так. Так. Дальше мы взяли фасоль. Фасоль красную и фасоль белую. Вот. Короче, называется это пердеж набор. Жан, открывай давай свой пердеж набор. Будешь пробовать. Yeah! Пока Рушан открывает, взяли мы еще такие вот шарики кукурузные со вкусом лука и сметаны. И я попробую их. Наверное, единственное, что я буду пробовать, это таких вот таких вкусняшек. Хотя вот, что мне уже нравится. Попробуй, Рушан. Кукурузные палочки с луком. Там не очень, да? Нет. Вообще не вкусные. Не, ну может быть под это. Для любителей эти, как его? Пиво. Не сочетается, да? Кукурузная палочка с таким вкусом, да? Нет. Нет. Так у меня, представь, у меня еще после этого, после икры соль во рту, еще тут где-то. Так, у нас что, маленький ложек, не чуть-чуть, что ли? Давай, зам. Так, я думаю, здесь большая понадобится. Что это такое здесь? Здесь воды больше. Да. Так вот выглядит. Лишь бы не перевернуть. Но здесь, короче, воды больше, чем сама фасоль. Вот. Хорошо, пробуй. А можно воду слышишь? Воду слышишь? Да. Давай, я тебя покормлю. Ну, молись. Что такое? Тут белая фасоль, а здесь наоборот красная. Mm-hmm. А я думала, это красная фасоль. А, она с томатом, что ли? А, она с томатным соусом. Что, соус томатный? Что, ну, не знаю, нормально. Все я на самом деле в этом не привередлив. Я как бы не эксперт. А мне как бы что дорого, что дешево. Выглядит, конечно, не очень. Сейчас я его накормлю. Я просто его так люблю, что вот я все. Все ему, только ему. А как? Белое вкуснее. Просто на томатном соусе. А, да? А это вообще безвкусное. Стоит такая фасоль в фикс прайсе 25 рублей. Да. Нет, красная не очень. Не знаю, может она... Скорее всего, вот эту можно кушать сразу. Угу. В салат добавлять для синтряси. А это, скорее всего, для готовки. Потому что она как бы безвкусно, там не хватает ни соли, ничего. Здесь все будет. Так, взяли мы вот такой вот горошек и вот такую вот кукурузу. Да. Кукуруза сахарная. Это я люблю. Зеленый горошек. Тоже по 25 рублей. Да. Открывай. А я пока попробую вот такие вот печеньки Трио. Короче, пародия на Орео. Угу. Орео. Так. Кстати, многие, ну я слышал такие выражения, что в фикс прайсе продается просрочка и либо плохой товар низшего качества. А что касается продуктов, очень часто там встречаются продукты, которые также встречаются в других магазинах и порядком, сейчас нет, конечно, вот изначально, когда было все по 37, там очень низкая цена была. Вот, всякие там майонезы, кетчупы. Вот, у меня сестра работала на фабрике, на заводе майонеза в Казани. И вот, она говорит, что компания FixPrice приезжает к ним и закупается у них сразу там, получается, напрямую с завода.
там несколькими фурами, и поэтому у них как бы такая низкая цена. Но сейчас, конечно, там уже не низкая цена. Я помню, в фикс-прайсе взяли мы зубную пасту, сестренка, почистили зубы. Да. На следующий день мы встали. Выплюнули. У нас все, кого, зубы? Да. Слава богу, нет. У нас все десна с ней воспалились, опухли, прям болели так деснам. Ну да, и иногда, конечно, бывает иногда. Ну, это, скорее всего, какой-то... Не это... Зубная паста не подошла, да, просто. Который. Печеньки, кстати, ничего, такие вкусненькие. Вкусная мша? Вполне. Конечно, Олео вкуснее, но эти тоже вкусные. Русские. Нарушки я тоже попробую. Можно я первый попробую? Давай. Ну, конечно, здесь опять... Больше воды. Вот такой вот горошек здесь. Какой-то он бледный. Ой, я даже не хочу его пробовать. Просто у меня потом... Ну, придется, ты пообещала. Они вкусные. Давай попробуем. Вкусные? Ужасный, да? Что даже вообще, мне кажется, на горшок не похож. Нет. Невкусный? Ну. Скажу так. Вот горошек дяди Ваня и Бондюэль. Нашел с чем сравнить. Они. Там написано зеленый горошек, и ты его ешь, и он реально как зеленый. А здесь как будто его собрали, отварили, и, короче, ну, он жесткий какой-то, и вкус такой не свежий. Угу. Здесь тоже столько много воды, очень много, полоса целая. Поэтому горошек зеленый, в принципе, не рекомендую. Кукуруза. А я буду вот такие, это что такое? О, вареная кукуруза. Я вообще даже не знаю, что это такое. Тебе понравилась кукуруза? Нет, просто я не распробовал, потому что мне воды больше дала. Ой, такую... Такую я тоже пробовать не хочу. Дальше попробуй. А? Стой, надо все собирать. Нэнси здесь бегает. Рошан, подними тапочек. А где она? Рошан, ты что, раздавил ее? Нет. Ладно, потом я... Что, положи? Короче, кукурузу я тоже вам не советую. Она не такая, не. Давай попробуешь теперь вот эту штуку. Открывай вот. Вкусно? О-о-о. Скажи, что это такое. Ой, как пахнет нехорошо. Ну, ну говори, что это. Можешь через нос говорить, нет? Это сухарики какие-то. Кукурузные какие-то, вареная кукуруза. Кукурузные снеки со вкусом вареная кукуруза. Вкусные? Не, прикольная, да. Прикольная? Да. Честно, я не люблю вот эту продукцию в фикс-прайсе. Я единственное могу там покушать это конфетки какие-то. И то выборочно. Не все конфеты там стану кушать. Это коктейльчики. А, да, и коктейльчики я люблю. И то, мне надо хоть раз открыть этот коктейль. Вылить его в стаканчик и посмотреть вообще содержимое этого коктейля. Да. Ну, из того, что я попробовал, единственное, что я могу рекомендовать, это вот эта фасоль белая. Она более-менее такая приемлемая на вкус. Угу. Все остальное бяка. Бяка, бяка, кулебяка. И не просто так она стоит дешево, поэтому... Мы сегодня были в Ашане. Сейчас мы вам кое-что покажем. Синенький один, 52 рубля вышел. Так какой синенький-то у нас? Да, у нас поэтому если вам это видео наше понравилось, да? Да. Да. То ставьте лайк. Лайк. Да. Вот так. Лайк. Я не знаю, видно, нет? Да поближе просто поднесли все. Понравилось, ставьте лайк. Лайк. Да. И подписывайтесь на канал. Лайк. Да. Не, прикольно, да? Здорово, Рушан. Не, ну это... Как это? Так, да? Здорово. Ну вот так же здорово. Ну вот. Во. Здорово. Здорово. Или это, знаешь, вот скучно, допустим, раз тебе, ты думаешь, хоп, хоп. Все. А, нет, там вот так делается. Так, потом ты берешься, потом вот так.
Так, и что дальше, кто знает? Как-то же играют? Интересно. Вот такой у нас баклажан. Лада седан, баклажан. Настя, мы будем готовиться к завтрашнему дню. Завтра на работу у нас здесь вот варится картошечка Рушану завтра на обед. Мы теперь решили, Рушан будет два обеда брать. Да. Что он работает с 10 до 10, он брал один обед. Еще у меня какой-то он худенький стал. А где худенький? Где вот. Мой Рушан пузатый? Вот, пузо. Нет, пузо, ты что рыгаешь? Свинтус. Завтра он берет, будет в час кушать плов, а где-то часов в 5 он будет кушать картошку с сосиской. Да, если, да? Конечно, я утром проснусь после того, как ты сегодня съел. Проснешься. Ты что-то поняла? Ты же сам сказал, у тебя все нормально воспринимается. Конечно, у меня там железо переваривает. Тут раз же ты чего-то наелся, огурцов вместе с молоком, с какими-то коктейлями, ты все поперемешал, ну, да, и всё, с сливками, и он даже не пошел в туалет, ему пофигу. Нет. А я даже и не пробую, я в этом плане боюсь. Молоко вдвойне смешнее, если после огурцов. А у меня да. Нравится. Так что все, подошел наш день к концу. Будем уже заканчивать. Время уже 11 час. Побегу монтировать видео. Все, всем пока. Пока-пока.